Добрый вечер, дорогие мои друзья, дорогие зрители моего канала. Вот так вот на Актобе настал вот такой вот вечер. Вот такая вот красота сейчас в нашем городе. Смотрите, как он засверкал вечерними огнями. Шестнадцатого и семнадцатого в Казахстане отмечают День независимости Казахстана. Так что, дорогие мои друзья, всех вас поздравляю с наступающими праздниками. Эти два дня мы будем с вами отдыхать, проводить хорошо свое время со своими домашними, домочадцами дома. Желаю вам всем хорошо провести эти выходные праздничные дни. Дорогие мои казахстанцы, поздравляю вас с наступающим праздником независимости Казахстана. Желаю вам всего хорошего настроения и праздничных деньков. Всем вам пока-пока. До новых встреч на моем канале.